Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел еще один объектив аноморфотный. Это уже новинка 2020 года. Совсем недавно вышел фирма Pixel. Один уже мы объектив аноморфотный тестировали и представляли на этом канале. Для всех желающих можем ознакомиться. И вот у них вышла новинка. По сравнению с предыдущим вариантом, который был достаточно громоздкий, то есть они создали более компактный вариант, похожий на те объективы, которые мы рассматривали простые. Это имеется в виду там супер широкий угол, фиш-ай, дальше телефото и макрообъектив. В комплекте 5 в 1 тоже данной фирмы пришел вот в таком варианте. Уже и говорил, что предназначен этот объектив для того, чтобы получить из 16:9 21:9 изображение, используя стандартное программное обеспечение, это Filmic Pro, дальше Pro Movie, либо Moment, в которых можно задавать соответствующие позиции при использовании тех или иных объективов. Причем Moment и Filmic Pro доступен для Android, за исключением некоторых смартфонов, это касаемо программы Filmic Pro. Определенного типа Moment доступен для всех. И также эти все три программы доступны для iOS, для продукции Apple. В данном варианте мы сейчас протестируем на двух смартфонах, как будет выглядеть изображение, используя не данное программное обеспечение, а просто путем сжатия непосредственно постобработки, а именно на монтажке, используя для этого соответствующее программное обеспечение, которое нужно установить на компьютер. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Поставляется вот в таком варианте. Продавец. Обычная открытка о том, чтобы отблагодарить и написать хорошие отзывы. Для этого вам в последующем дадут купон на $1 и прислал непосредственно коробку, упаковку с этим объективом. Пришло все в черном пакете, причем черный пакет был изнутри проклеен пупыркой, что из себя представляет коробка. Помялась она немножко. Пришла вот такая вот упаковочка. Так, давайте вскрывать, посмотрим, что находится внутри непосредственно этой коробки. Как обычно у них комплект тряпочка, дальше инструкция, как обычно на английском и китайском языках, кто владеет китайским, и непосредственно сама упаковка объектива. Тут даже отклеилась. Вот такой вот объектив. Сейчас при вас это все отклеим. Конструкция практически та же. Объектив из себя представляет, то есть он стандартный, выполнен в том же ключе, что и объективы 5.1, причем поставляется при помощи сам объектив, стандартный зажим с резьбой 17 мм и силиконовый чехол, который это все, вернее не все, а объектив устанавливается и закрывается. Вот он в таком виде пришло. Сейчас давайте данный объектив протестируем при помощи двух смартфонов, как и обычно, и посмотрим, как он отражает свою картинку непосредственно в этих двух смартфонах. Первый смартфон, это значит Asus Zenfone Max Pro M1. Второй смартфон HTC Desire 825 Dual SIM. Кстати, в настоящее время они переукомплектовали данный объектив и поставляется немножко по-другому, а именно вместо силиконового чехла поставляют простой тканевый чехольчик, обычный кармашек, и также вместо металлического зажима поставляют пластиковый зажим в виде прищепки, правда, с фиксацией. Там есть такой же вот механизм, благодаря которому и фиксируется на смартфоне достаточно надежно. Хотя можно все это купить по отдельности, в частности зажим можно купить. Ссылки будут в описании. Для всех желающих можете пройти и посмотреть. Еще один момент. И если внимательно посмотреть, то тут есть резьба. И как раз здесь можно наворачивать фильтры их производства.
Например, у нас есть от прошлых распаковок два фильтра, а именно поляризационный фильтр и звездный фильтр. Сейчас тоже, может быть, проверим, как ведут эти фильтры непосредственно на этом объективе. We'll be right back.
Итак, как видим, все у нас прекрасно работает с двумя смартфонами, как с Asus Zenfone Max Pro M1, так и с HTC Desire 825 Dual SIM. Всем, кому нужен данный объектив, должен сделать свой осознанный выбор. Я свой выбор сделал, информацию о данном объективе предоставил здесь вам для ознакомления. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.